Всем привет! С вами канал ArtMoney. И сегодня у нас видеообзор покупок из фикс-прайса. Давненько у нас ничего не было. И вот, наконец, сегодня я сходила. Наконец, я нашла эту вазу. И вот эти вот хлопок называется он. Очень давно искала. Это он продавался еще года два назад. Все его все скупали. А я никак не могла найти. И сегодня наконец-то нашла. Стоит он за штуку 100 рублей. Купила я 3 штучки. И в этой вазе посмотрите, как классно они смотрятся. Так. Также я купила подтяжки вот такие вот ребенку. Здесь написано рост 104-134. 4-9 лет. Вот, 4-9 лет, давайте посмотрим. До этого я их уже видела, но что-то сомневалась. Думала, брать, не брать, вдруг плохие. Что-то стоили они, по-моему, рублей 150, что ли, где-то, я сейчас не помню. А, прицепляет хорошо. Не берешь. Ой. Думала поискать отзывы, может быть, сначала, но что-то... Ничего нигде об этом не сказано. И ладно, я подумала, надо брать. То у ребенка штаны спадают. Вот, все. Так. Кстати, кусачки, смотрите, у них прям с пластмассовой штучкой. Хорошо сделанной. Вот, и... Хорошо, кстати, держится. Так. Кожаная здесь штучка, такая красивая, все прошито, тут такое махровенькое немножко. А, тут вот можно сделать даже чуть-чуть пониже. Вот они. Такие моднячие, прям такие вот коричневые, такая кожа. Такие вот хромированные какие-то эти вот штучечки, да? Черные, белые еще были. Так, это у нас вот сзади. И вот эти. Так, сейчас. Какой-нибудь странный с этой, что ли? Эти штучки. Как она делается-то? Или она просто... А, вот, господи. А, вот двигается, вот она двигается. Все, нашла. Потом она просто закрывается, что ли? А вот, и закрывается. Немножечко по-другому. У нас старые как-то по-другому тоже сделаны. Вот. Ну, надеюсь, то, что они... Ну, они тянутся, кстати, вот неплохо. Я боялась, что вот тут вот может порваться. Надеюсь, что все будет хорошо. Вот такие подтяжки ребенку. Так, давайте сюда положим. Так, также я купила носочки. В прошлый раз я покупала носочки. Здесь вот 5-7 лет, а там было 4-6, что ли. Ребенку 4 года, но они с трудом налезли на него, поэтому я взяла в этот раз уже немножечко побольше. Лучше пускай они будут немножко побольше. Черных не было, были вот такие. 100 рублей за 2 штучки. Как раз там вот они недорогие, в садик хорошо. То они... В прошлый раз я черный покупала, один носок потеряли в садике, один остался у нас. Так, ну и, конечно, я купила конфетки. Купила вот такие какие-то конфеточки, по-моему, похожие. Мы с вами в прошлом году покупали, я делала обзор мультизлак. Вон там, по-моему, упаковка была другая. Вот, они вкусные. Такие же вот красненькие. А, купила еще вот такое вот клейкая лента. Такая она красивенькая. Ну, мне нужна прозрачная. Она, по-моему, не прозрачная. Потому что тут вот по фото. Стоила она где-то 50 рублей. Так, купила арахисовую пасту. На нее уже, кстати, был обзор. Она мне очень понравилась. Она в холодильнике стояла. Еле-еле нашла ее. Так. Купила такие конфеточки. Вот такие. Вот какие-то новые, кстати, тирамису.
Они внутри чувствуются мягенькие. Так, вот такие с кока-колой со вкусом. Я очень люблю всякие конфеты со вкусом кока-колы. Ну, не знаю, нравятся они, прям вот не могу. Саму кока-колу как-то так вот. Так, и еще были вот такие вот конфеты. Американо. А, что там, господи, амаретто. Амаретто. 200 грамм. И также я взяла еще лопаточку вот такую. У меня предыдущая лопаточка такая есть, похожая из фикс прайса, но только вот тут вот цельная. Вот она. Тоже покупала в фикс прайсе. Она хорошенькая, но она у меня вот уже, видите, сломалась. Вытаскивала я хлеб, и мне нужно было внизу подцепить, чтобы он вылез в конце концов. И она у меня так хруст, и все. Ну, я продолжаю, я еще пока пользуюсь, доломаю до конца. Вот, а тут увидела такую, она подлиннее немножко, и как раз у меня он залезет туда подальше. Ну, не знаю, мне кажется, она тоже сломается, скорее всего. Но взяла попробовать, 50 рублей стоила, длинненькая. А может, и не сломается, кто знает. Может, не сломается, может, все хорошо будет. Мы же не знаем, да? Вот, и все, по-моему. А, еще баночку. Еще, да, вот такую вот баночку. Появились баночки новенькие в наличии. А, тут 250 грамм 50 рублей стоил. И побольше 500 грамм, миллилитров вернее, 100 рублей. Я взяла маленькую. Хочу попробовать сделать из подсолнечного масла такое вот ароматное маслице. И как раз вот она очень удобна. Туда все сложил, залил, закрыл. И все, и красиво будет. Единственное, конечно, тут вот крышечки. Есть такая штучка, она испачкается, возможно. Или потом отвалится. Это не очень удобно. Ну, такая самая стеклянная. Взяла одну штучку. Не знаю, думала три брать. Думала сначала большие три брать. Потом подумала, что большие много масла уйдет, больно. Попробую с маленькой. Там будет видно. Ну, здесь видно, что такое стекло, но неровное. Вот, выбирать вазу будете, выбирайте, потому что есть треснутые, есть какие-то поцарапанные, есть какие-то там разные. Стояло 4 вазы, вот самая-самая последняя вот эта вот была более-менее. Остальные были не очень. Вот, вот такой был обзор у нас вместе с вами. Также конфеты. На конфеты сейчас будет дальше обзор. Вы видите, это уже в папке обзоров на все эти конфетки. И конфеты все эти купила не просто так. Это будет у меня отдельная ролик, как я маме делаю сюрприз. В прошлом году я уже так делала. Вам всем этот ролик очень зашел, очень понравился. И вот еще будет отдельный. То есть такой маленький маме не фокус даже, а такой сюрприз необычный с конфетами. А, такой вы, наверное, еще нигде не видели. Никто вам такого не предлагал, а не делал. То есть обязательно посмотрите, в конечной заставке, я думаю, будет ролик. Вот. Обязательно посмотрите, ставьте лайки, пишите комментарии. И с вами был канал Артмания. Всем пока-пока.